вами. Послушал. Душой человек чувствует именно это. Я, говорит, не могу, но я понимаю, что у нас все неправильно. Вот это стоит первый ученик, Вася, вот он, 12-го звания. Закончил институт, университет, в Греции родители приехали сюда. Вот сейчас я учил. Баба, вся родитель, самая старая. Это вот он первый ученик. В этом году закончил университет. Баба думала, как найти невесту. Сама нашлась. И сразу квартиру, бабка отдала квартиру, перешла на прежнее место, где-то в Подмосковье. И дальше и все. Это Бог делает так. Он не гонялся, не за пожарками. Он простой такой, за бороды припомнил тут. Вопрос стоял. Видите, какие учащиеся сидят в школах. То начало, да? Школа.
Сначала и в той школе. Ну, вот тут и в доме живут. Они везде там занимают такие большие места, учащихся, сборных, любовных. Как одетые дедушки маленькие ладно сидят. Это не прямой сэр, находные будут. Я уже все ваши книги раздал. Да? Да, инструменты, и палочки, гада-гада. Вы сейчас встречались, вы скажите, смотрите, будет. Это все будет красиво. У вас есть выход? У вас есть наши визитки? Есть, выдавайте. Вы все смотрите, это через неделю будет. Дорогие гости и друзья, все, кто посетили нас, мы очень благодарны за то, что вы откликнулись на наше приглашение, и мы приготовили небольшой вам вот подарок. Больше всех люблю вас в праздник радости весны. В этот день добрее лица у соседей, у родни. Все друг друга поздравляют, говорят, Христос воскрес. Песни радостные несутся от земли до небес. Нету дня прекраснее в жизни, свежестью наполни лес. Слава Богу за Иисуса, Он воистину воскрес. Чудо из чудес, чудо из чудес, наш Иисус воскрес, наш Иисус воскрес. Oh, Lord,
Много я от вас узнал и спасения пожелал. Знаю я теперь Христа, но мои друзья еще о нем не знают ничего. Полечу скорей домой с вестью радостной такой. Дорогие братья, сестры, в этот славный день всем спешите сказать мне у царей царей. Каждый день он вас любил и спасение подарил. Хочу я так, как маленькая бабочка, бабочка, да бабочка. Хочу я так, как маленькая бабочка, я бурый дитя. Я рад, так рад, есть любит Бог меня. Я рад, так рад. Свою малую родину, которая так же, как и небесная наша родина, в самом, конечно, важнее, но тоже нужна нам эта земная. Человек, живя на этой земле, ну, тоже приносит какой-то вклад. Вклад вкладывает, да, своим талантом, своими делами и поступками, и, конечно, мыслями. Мы очень часто произносим такую фразу «Мой дом, мое село». В этих словах таится любовь к своей малой родине, где родился и вырос, где начал свою трудовую деятельность. И для наших детей вот наше село тоже стало малой родиной, можно так сказать. И сейчас мы немножко с пасхального переходим именно о нашем сегодня празднике, 25-летие возрождения нашего села. Есть такие места в необъятной вселенной, что на картах больших и не сыщешь. По особому небу здесь кажется синим, по особому пахнет здесь вишней. Это место, где ты появился и рос, называют частенько провинцией. Только место прекраснее нет, и всегда оно будет единственным. Ты помнишь, мой друг, как все начиналось у нас с тобой? И радости в играх, и гонки, качели скрипящие. И плач, если плач неудача.
общий дом. Ты помнишь, мой друг, как было в Эдеме давным-давно? Ушли мы из отчего дома, чтоб жизни учиться, и снова хотим возродиться. Дом мой, детство начало, дом мой, где нет печали, я стрежу в этот светлый отчий дом. Люблю тебя в любое время года, мое родное, милое село, и в теплый день, в любую непогоду, с тобой всегда мне на душе светло. Кивает незнакомая береза, я в ответ ей здравствуй говорю. Как хорошо мне, радостно и просто, жить в моем светлом, ласковом краю. И в этот день в деревне оживление, и взгляды излучает добрый свет, ведь празднует село свой день рождения. И много радостных ему, и долгих лет. Когда весна придет, не знаю, пройдут дожди, сойдут снега, но ты Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
зовется, себе я задаю вопрос. Река, что за домами вьется, или куст кудрявых красных роз? Вон та осенняя березка или весенняя копель? А может, радуги полоска или морозный зимний день? Все, что рядом с нами с детства было, но это станет все пустяк, без мамины заботы мило, и без друзей, не все не так. Так вот, что родиной зовется, чтоб были рядышком всегда, все, кто поддержит, улыбнется, кому нужна и я сама. Вспоминаю я дом, золотую весну, и отвагу,
где добро и правда белый свет берегут, где дары медали за Берлин и за Прагу, и весенний праздничный салют. Знаю, только вместе мы народ, и счастье мое летит. Здесь родилась, живу и в школу уж в восьмой хожу. Хоть всю страну пешком я обойду, но лучшего села нигде и не найду. Деревеньки 25. Много или мало? Приезжайте, посмотрите, что же с нами стало. Двадцать лет здесь был пустырь, камни и крапива. Возрождение началось отца и Опакима. Антонные постройки строил старший брат. Слово Божье проповедал верный в чат отряд. Спасение здесь для всех пример, молодому поколению поприще для дел. Трудно было, прямо скажем, возрождать деревню, и мне кажется, никто здесь не болен ленью. Пост, молитва, труд по силам, виден результат. На карте появился наш поселок Фак. Мало жителей, ну что же, будет путь спасения, путь смирения, послушания, самоотвержения. Есть устав у нас хороший, постарайтесь соблюдать, как не трудно вам, но все же попрошу вас не отдать, как не трудно вам, но
воровать, и не пить, не материться, не курить, не воровать. А если что не так у нас, не судите строго, потеряем-то для нас небеса дорога. Здесь мы временно живем, странники, пришельцы. Призывает вечность Бог, победитель смерти. Низко-низко поклонимся наставникам отцам, за победа на трудиться во славу Божью нам, за победа на трудиться во славу Божью нам. Сердце полно умиления, все заботы и сомнения отлетели далеко. Мир радость светится в очах, и как будто в небеса ярче солнышко сияет. Люди, братья, наступил день великий, день спасения, светлый праздник воскресенья, Бога правды, Бога силы. Прочь от нас, вражда и злоба, все забудем, все простим, примирением почтим день восставшего из гроба. Он воскрес. Настанет время, воскресенье и для нас. Нам неведом этот час, что ж грехов не сбросим бремя, что ж не думаем о том, что в минуту возрождения мы предстанем пред Христом. Он воскрес, обитель рая, вновь открыта для людей, ни одна дорога к ней, жизнь безгрешная, святая. Этот стих о всех деревнях, которые исчезли с лица нашей большой земли, района и края. Называется «Заброшенная деревенька». Я иду по траве, в эти годы ни разу не кошенной, наблюдаю, как шмель пьет из клеверной чашечки мед. Может быть, все-таки в деревеньке, вот в этой заброшенной, может, кто-то живет, может, все-таки кто-то живет. Мох зеленый, густой, по краям у дорожной обочины. Кто же трепетно сложит в молитвенном жесте персты? Если окна крест-накрест давно были здесь заколочены, а на кладбище ветхом кресты и кресты и кресты. Голоса, голоса, я их слышу, как будто по радио. Позабуду ли вдов с чистой думой, с горькой думой на чистом челе, и куржак мужиков, искалеченных фронтом, израненных, это был мой народ, тот, который растаял во мгле. Только небо звенит над сиреневой синей окраиной, только пруд заглушили осока и грозный аир. Кто вернется сюда, кто откроет с душою раскаянной в эти дали калитку, как светлый затерянный мир? Не будем заканчивать. Я хочу сказать, поздравить всех жителей села Потеряевка с таким праздником. Ну, просто я знаю, как начиналась строиться эта деревня. И первый раз Игнат Тихонович пришел к нам с детьми. Трое детишек было небольших, я помню, босиком, подпоясанные вот так вот. И это приходили, но мы их угостили немного, молоко. Раньше в деревне что было? Молоко да мед. Вот и вся еда летом особенно. Ну, я хочу вам спеть песню. Солнце луч рассвет на тишине, озарил он церковь на заре. Этот луч заглянет в каждый дом, добрым светом разольется в нем. Этот луч заглянет в каждый дом, добрым светом разольется в нем. Добрый день, добрые люди всем знакомые, я желаю вам всем счастья и добра. Потеряевка вам стала уголком родной,
Вот опять в этот день всех вас собрала. Вот опять в этот день всех вас собрала. Доброта вас всех объединит, вашу жизнь сиянием озарит. Чтоб могли вы верить и любить, пусть на все вас Бог благословит. Чтоб могли вы верить и любить, пусть на все вас Бог благословит. Добрый день, добрые люди, всем знакомые, я желаю вам всем счастья и добра. Потеряевка вам стала уголком родным. Вот опять в этот день всех вас собрала. Вот опять в этот день всех вас собрала. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, всех нас собрала. Так, я упустил, еще немного скажу, что хотелось мне выразить еще благодарность тем, кто привел храм наш и школу в такое состояние, потому что сам я это уже не мог сделать. Помогли нам с Новосибирска братья приезжали, вот, Роман, Андрей, и там наши братья были. То есть мы делали это, никого чужих, неверующих не было наемных. Делали это свои. И поэтому в храме, всегда в каждом храме, возносится за каждым богослужением, возносится молитва о храмоздателях. Вот. Тех, кто создавал святой храм. Поэтому ваше имя всегда возносится за каждым богослужением. Храни вас Бог, братья. И нас не будет, не оставляйте. Знаете, что храм это не просто только для собрания, это дом Божий. Поэтому о нем нужно заботиться и, говорится, блюсти его красоту, чтобы храм был всегда в добром состоянии. Храни вас Бог на многое лето. Всех, да, кто нам помогал, всем мы желаем, чтобы Господь сохранил их благополучие и здравие на многое лето. Прошу. Многое лето, 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 многое лето. Спаси Господи, отец Аким, Игнатий Тихонович, всех вас, кто собрался сегодня, храни, пусть Господь и потеряем каждого из вас на всех путях жизни вашей, от всех злов, скорбей, а самое главное – греха, ибо нет ничего на свете страшнее греха, он убивает. Ну, а сейчас я хотел бы маленьким юным артистам, если Игнатий Тихонович Божий, лакомство выделить каждому. Подходите сюда. Начинаем самый маленький. Назарий, вставай скорее. Назарий, просыпись. Так, давай, Степан. Иди, иди. Назарий, Назарий. Писать. 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 Это не видно. А это который в 8 классе? Маленькая. Василиса, ты тоже в 8 классе? Тоже маленькая. Тоже в 8 классе. Василиса, тоже в 8 классе.
А вот это? Лиза в 10-м. Маша. Маша. Где Маша? А вот она, Маша. Маша. Или еще кто-то есть? Ну, кто еще маленький? Ника. А еще твоя сестра. Нет. Благодарим вас за прием, за молитвы. Спасибо Господу. Трудитесь. Это после... Пусть Игнатий Тихонович про... Он потом подскочит. Ярмарка на улице. А, ярмарка? Да, ярмарка на улице. А я бы тебя и не узнал. Почему? Ты что, стареешь, что ли? Конечно, помоложе. Пошла год помоложе. На ярмарку пошли. А кто ярмарку там организовал? Вы, наверное, поднимете, Алексей. Надо все переписать, камеры, кого-то походим, побудем. Так что дорогие трудили суи, у них еще не получилось. А у нас мы благодарили, видишь, как все. А деньги, да, Степа? А деньги? Посмотри, что написано. Благословение. Благословенные дрова. О, запросто. Придется взять. Бабушка. Все. Так, можно объявление? Я тут потеряю, с кем привез небольшие подарки, медов. Тем, кто здесь живет. Сейчас раздам. А это что, можно иконостас? А цену-то как-то подарено нам посчитать. Ему дороже что? Смотри, это все сами делают. Сами? У нас мастер, да? Андрей. Где мастер? Спрятался. А вот это? Вот он, Андрей, бачка. Вот Андрей, он завез. Я купил. Вот это мед на продажу. 300 рублей баночка. Вот, пожалуйста, надо было землю на продажу. 300 рублей. Мед. Очень хороший. Это уже точно мы знаем. Ипотинированная. У меня была еще бронза. Бронзу уже забрали. Да. Здесь вот сзади стоит у вас мастер. На мед на полях это называй. Солнце. Извиняюсь. Вот 50 рублей. Подождите. Ну, не говори. Знаешь, вот так, когда мы вот это сюда, вот так маленькое. Ну, при таком размере ты найдешь
Господи, благослови вас, потеряю вам. Вы иногда смотрите, в следующей неделе все будет. Мы еще записали всю службу без пропуска. Да, прямо от начала до конца. Наташа, вот этот ваш оператор. Да. Так, у кого, кому не давали, я сейчас вам дам еще раз напомню визиточку. Где наш сайт? Сайт, форум, все здесь. Посмотри, какой богатый. Мой мир. Там спроси, у кого нету наших денег. Ну, если ты считаешь, что благо есть, это есть. В школе, в классе, там моя куртка есть, возле печки. Принеси, пожалуйста, там она на стене. Я занимаюсь, как люди, все это опыт беру. А ты еще не знаешь. Работа наша, сколько руководителей там. Я говорю, так просто, говорю, все, больше я, говорит, никуда не пошел. С женой, говорит, вместе все отвергли, как будто никогда нигде не было. Почему? Благодать Божия. Больше ничего не брать. Но у нас, видите, миссионерская работа строится не на отрицание чего-то, а на утверждение. Вот те, кто работает с мусульманами, я буду доказывать про Аллаха, про Коран. Я иду совершенно другим путем. Вот здесь же вы видите ролик, я в доме Мулы ночевали. И беседовали с ними. Очень грамотно. Она я смотрел. Видели? Я взял один из всех, я проповедую Христа распятого, а не отрицание Магомета. А вот, ну, Данила, сестра, тот по-другому он мог. Ну, она это хватало знаний. Я только одно Евангелие. И сравниваем их тогда с ним. Вот 18-й том у меня книга, я полностью по сурам и аятам разбираю весь Коран. А впервые взял сравнение с Библией, не нападок. Знаете, как, и, допустим, говорят, о, Талмуд. А ты знаешь, что Талмуд? Это не книжка, это 12 томов. Шульхан Арух руководство. Я его разбираю, у меня 3 тома, 750 страниц. Сравнение с Библией. Нам нужно показать голос неба, чтобы зазвучал. Не наш. Вот. Обо мне пишут в Чикаго, мы нашли такого православного, прямо рожденные, и от смерти в жизнь проповедуют. Но, говорит, баптистов пух и прах разносит, а его все баптисты уважают. Вот это миссионерская работа, чтобы они увидели любовь. А не так, что я миссионер в командире, там, кого бы не встретил, хватать буду. Ты ничего не добьешься, кроме обозрения. Наши дворки. Дворки ничего тебе не даст, кроме обозрения. А я буду властям жаловаться, кришнаитов выгонят среди зимы. Но это что, Бог повелел нам? Ты ему так покажи, чтобы все засияло светом любви. Как хорошо быть Богом. И они сами придут. Да. Бороться надо с мусульманами, с евреями, но бороться только любой кайф. Бог знает, если сможет. Ну что, мы поедем. Оставайтесь с Богом. Так что на ветке. Пока с папой стал, да, на защиту потерял. Почему? Я говорю, он ничего не сделал с папой. Вы первые представляете, два песа. Защите от монашек. Вот так. Они сейчас со всех сторон его и Афон, и все его отрицают, намер просто, непоминающие. А я свидетельствую о том, что он ничего не сделал, кроме того, что было. А встречи они нам нужны. Мы же люди. Звери. Вот наш народ. Да, ваш народ. Такой. На выступ. Спасибо. Ну что? До встречи. Так, все. Ой, дорога-то хороша. Хорошо? Да.
старались, встретили. Вот вы первый епископ, который здесь митрополита светили. Да? Да. Если что можно сделать, поговорите с этим Всеволодом. Он направляет сейчас абсолютно всех. То священники нас прижали всех куда-то под запрет. То вот женщина, которая говорила вам, она все сделала, простояла на улице, в точках. И валенки до земли протаивают. И по сей пор не пускают в храм за то, что отреклись от Игнатия. Она говорит, так я сейчас из него к Богу пришла. И он сказал, кто священники будут ездить, и кто будет за ней ступать, все за дверями будут стоять. Так что поговорите, скажите, нам не это надо. Да, надо любовь. Ну, конечно. А это еще Западная Украина, они другого не знают. Уезжает. Вот мы поговорили. Видите, враги как говорили, он никогда к вам не приедет, это серьезное дело, что вот вас там это из списка пышка никакого дела-то не имеет. Дело имеет только с Богом. Вот я сейчас туда посылаю дальше. Направляю, так сказать, дальше. Вот побыл митрополит Московского патриархата, служили вместе, поминал Илариона. Русская православная зарубежная церковь, а то вас теперь нету везде, как мы были. Это наш епископ. То, что мы находимся в РПЦЗ, он знает и поминал для этого. Иначе зачем он поминал Илариона? Все, за поворотом скрывается. Да благословит его Господь. Да устоит он в этих нападках. А это миссионерский отдел, это не Божье усыновление, если они без Бога. Все. Вот еще тут поснимай выставку. Да, уже поснимал. Что, Сергей Павлович, оставляете нас, да? Одних. Мысленно мы с вами, душой. Да-да, с вами, с вами. Жди меня, я верну. Вот этот для того, чтобы обрабатывать потом на мыле. Конкретно все равно пройти, выдрать корни. Я гляжу, там внизу за потихоньку на понижен. Я не работаю. Я все инструменты я уничтожил. Вот я с ними не работаю. Вот с этого надо начинать. Ни одна сеялка я прыснул. Если надо, прыснул. Ну вот все, можно так. Я ничего не могу. Еще могу, то сделали. Лучше держать на Сейчас где будет появляться, отрывается, там уже есть. Так, ну что хотели садить? Ну, в первую очередь, то, что нам подручно. Так, мы в прошлый раз с вами говорили, облепеху посадили и смородину. Первое. А дальше хорошую малину. Вот участок-то солидный, так может. Дальше-то не больше нет. У нас смородину черную клещ заел. Вот этот, который в цветках заводится. Может еще что-то. Владимир Тихонович, это что? Тебе... Там даже достаточно может быть. Подарок. Это что? Подарок. Есть так, подарок. Так, я говорил, Никита. Часть праздника. Четыре банки. А будете скорее, что есть эти купить. Давай, бегом. Да, то есть как бы, да. Может быть, хоть грязь, но это как сложно. Я жду, я никуда не хочу. Ребятам сложно. А какие, трехлитровые или пластмассовые, которые? Вон там. А, Никита! Там пластмассовые стоят. Принеси их все сюда. Ведер... Там... Где эти инструмент? Внизу там ведерочки такие пластмассовые. Именной подарок.
Приобрел. И сколько он стоит? А сколько вы думаете? Да не знаю. 500. Это дешево. Конечно. 500. 500. Вот для будущего дома покупает. Да где я? Сфотографировал кого? Назари. Или кто? Андрей приехал на его машине. А, ну, не, вон машина. Вот она. Вон на той машине приехал? Да, на, за нами приехал. Вот, а, ладно, я к нему пока пошу. Ну, можешь тоже приспособлять. Ну, я же с Алексеем поеду. А, ну, что, я приспособлена. Я поступлю. Большой батюшка, который... Чего собрали? Дмитрий, откуда он? Покровского собора. Слушай, откуда он, батюшка, этот? Покровского собора с Барнаула. Регент Покровского собора. Архиерейского собора. Хора регент. Он очень расположен. Я, говорит, постоянно смотрю на эти плиты. Хорошая? Сколько стоит? Вот это одна, 100 рублей. 100 рублей, видишь как? Ну и что? Ну, отвезите, Гнатий. Знаю, кто думает, что дорого, а кто дешево, наоборот. Я, мне за 200 не сделать. Да. Мне не сделать. Вот и все. Поэтому что, дешево. Ну, у меня дощечек, 3 дощечки у меня большие хватает. Куда и срезать нечего больше, да? А там еще стоит, ну, подарил. Мед? Говорит, семья большая, тебе нужно. Понятно. Как сядешь, и банки нет, да? Банки. Дома стоящий. А там мыло у нее. Вы с этой стороны зайдите. Не понял. Подойди, посмотрите, там уже самоварится. Идет, я самоварня, да? Вот, посмотрите, на это хорошо. Ну, мама на солнце Ну это фигурная. Ну фигурная что? Ну вот так вот поставить. Вот, ну, я не знаю. На натуральных маслах кожа будет шелковистая. Да. Реклама, да. Хорошая реклама. Должна быть ну, мозоли. Эти, да, они как ведерочки. Мозоли. Она мозоли размывает все. И мозоли не будет. Нет, почему? Мозоли, это ведерочки пластмассовые. Где инструмент на полу там лежит, да. Где-то посмотреть. Я еду раз на веранде, ну и мужик да. Один там узнал, что я батя. А что вы, батюшка, у вас там это, вы так только там, ну, не работаете ничего. А я как раз что-то был по сенокосу или что, у меня вот здесь были сети. Ну да, в мозолях. Я так ладони под... Ну, это что-то у вас такое необычное. Ага. Не поверилась, да? Сразу смеялась. Вот так вот. Доказать, не надо скажу. Судить всех по одной, как говорится. Вот так, приезжайте. Что, снял? Что, снял? Да. Ладно, что, да, приехали. Слушай, ну что, мы пока здесь, наверное, к Виктору зайдем. Они у вас какие-то, это... Помаднее стали. Конечно, помаднее. Они просто на солнце отсвечивают. А смотрите, да блестят нет. Они. Это... У вас тоже блестит. Как да? Она? Ну, с жемчугом. Ну, а те фирмы делают. Напротив вашего дома, не знаешь? Пробую. Дорогие, ну, все меняйте. Были щепки, коры. Ну, не скажи немедленно мне. Ой, опять. Кто там насыпал? Где? Около них, как колея, и на дороге насыпали щепки. Все разное. Это разве можно делать? Около тебя, что ли? Любая щепка, любой гвоздь кверху держит. Она не дает упасть ему. Да и кто будет колоть это? Они будут только объезжать. Где, на дороге в колею? Прямо на дороге, прямо в колею. А что это там? Ну поговорить надо с кем-то, чтобы ну, узнать, убрали. Хочешь. Я не вывозил, я значит уже отпадаю. Убрали там кора, Игорь Барбашин, разные вывозил, от деревяшек. Володя, да, не, ну если крупный, конечно. Ну никакая, да, она чего не дает. Во-первых. Ну учить Любу и у Алексея спросить только, больше не у кого. Алексея?
Алёша, а где вы вывалили? Напротив Андрея, на дороге, кто-то в колею насыпал деревянные отходы, там коры разные, все такое. Кто это сделал? Ну кто? Кто это сделал? Ну как Али? Это, во-первых, нельзя сделать, это опасно, никто заезжать не будет. Гвоздь лежит так, но если только хоть маленькая дощечка, он воткнет, он кверху. Не, ну там может быть не старая, может быть новая кора. Новая кора, новая. Ну это основной досок. Вот у барабаша здесь лежали кора. На дорогу вынесли, ну, на дорогу. Ну, не знаю. Нет, на дорогу, в принципе, щепки ложить. Ну, когда? Вот на дорогу ложить еще надо. Мелко дробленый там, это кирпич можно отрубить как гравий. Я и хотел сказать, убрать, потому что никто заезжать не будет, побережет машину, он побоится. Дерево. Ну, это... дрова колол, чурки там мочат, щепки высыпали. Там опасности нет на дорогу. Надо... Прямо в колею. Тут еще одного такого Володя. Травой забивает. Сверху. Отца спросил, он там рядом тоже. Убрать надо, вычистить. Призвать его к ответу. Молебные избы. Все мыло продали? Слава богу, не украден, не убит. Слава богу. Самое главное. Слушай, ты вчера здорово помог. Меня не будет, если все это вытащить до июня. А дальше мы на полу-то там их расплещем что-нибудь. Там 30 метров осталось пройти руки. А потом начнем тогда вокруг подбирать все. Подготовку сделать ему. Если только высушим, сухое будет год, это мы вполне то сделаем. А тут-то в любую погоду можно сделать, рыжковский. Заранее досок, чтобы знать, все это насмолить. Теперь у нас опыт есть. Мы с июня уже начнем доски завозить. Под Богом, где их подать, Андрея? А там ты, ну, на них... Ну, ты видишь, что получился пробки. Игнатий Тихонович, я был кольца вот эти у вас. А кто продаст тебе? А зачем они тебе? Для... Для чего? Для хорошей канализации. Ничего себе. Хорошо делал. Для канализации все такие делали. Да для канализации ты можешь самую негодную сделать, выложить. Это под дороги, под ней может трактор ходить. Это Павел делал, вот это самодельное, там с арматуру какая заложена, они неприкасаемые. Это мы будем делать там, где вот как второй мостик, вот который, чтобы сделать дорогу туда. Заранее туда фундамент заложить, и тогда можно положить такие. Вот там можно, а так нет. Больше не будет. Я сегодня, допустим, ты скрыл землю, все, больше нету. А это у нас на всякий пожарный случай. Тут она проваливается под дорогой, мы их туда заложим. Ну, понятно. Все. То у меня этот домик сватает, который есть, а то теперь эти кольца. Я еще эти домики вот это хочу прибрать в руках. Ну что, пойдем? Никиту надо взять. Где Никита? Ну он ушел, но он не знает, видимо, какие взять. Ну, пойдем. Зря. Пошли. Отключай все, пойдем.